Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор посылки ивановского трикотажа из магазина «Любимый Василек». Смотрите, какой огромный мешок, давайте скорее его вместе открывать. Мешки вот так приходят опломбированные, все всегда хорошо, так добротно запаковано. Если посылка большая, обычно вот такие мешки, если посылка поменьше, то уже присылают в пакетиках. Вот такой огромный пакет. Внутри. Сейчас вместе его будем скрывать. И первое, что там вижу, это топпер. Смотрите, какой он большой. Упаковка такая большая. Что такое топпер, девчонки? Это такой маленький матрасик. Не маленький. Вы выбираете по размеру своего спального места, да? Я выбрала размер 160 на 200. У меня на самом деле 160 на 190 диван. Я замерила, да? Но такого размера не было, поэтому сейчас как-то приловчимся, в общем. Я посмотрела у других блогеров обзоры на этот топпер. Многие его очень хвалили. Это такой тоненький матрас. Смотрите, здесь чехольчик на молнии, который можно постелить на свою кроватку, на кроватку ребенка. То есть размеры там абсолютно разные, да? Чтобы сделать, ну, может быть, более мягкой, что ли, поверхность, да. Может быть, у кого-то там на даче где-то еще старый диван или старая кроватка, и вы хотите обновить. Может, есть какие-то дефекты, да. Можно вот топпером все это дело скрыть. Мне просто захотелось помягче, потому что у нас достаточно жесткий диван. И сейчас мне беременной очень на нем спать неудобно. Затекает все. Я захотела помягче, поэтому заказала топпер. Все обзоры, которые я смотрела, все прям хвалили. Сейчас я вам информацию по нему прочитаю. Так, трикотажное полотно с внутренней стороны топпера расположены эластичные ленты для фиксации. Да, там есть резинки, с помощью которых мы на свое спальное место будем этот топпер натягивать, прикреплять, да. Сглаживает поверхность спального места, продлевает срок службы вашего матраса или дивана, создает ортопедический эффект, что как бы тоже очень классно, фактически заменяет полноценный матрас. Не скользит, не сминается, легко крепится. Я заказала двусторонний, он есть на сайте Василька, двусторонний и односторонний. Мне показалось, двусторонний будет поплотнее, но он и подороже вышел, где-то 2600, я сейчас накладную найду, мы с вами посмотрим по ценам. Так, достаем сам топпер. Ой, он классный. Я думала, знаете, это что-то типа одеяла, а это правда как полноценный матрас. Классный. Я думала, будет тоньше, правда, девчонки. Так, опа, развернула. Вот они, резиночки, да, на каждом уголочке у нас сделаны. И он у нас как простеган по толщине. Смотрите какой. То есть вот эти вот штучки, они довольно мягкие и упругие. Быстро возвращают свою форму, видите, довольно такая приличная толщина. Такое ощущение, что там поролон, не знаю, что там внутри, на этикетке не было написано. Так, где у нас накладная? Вот накладная. Сейчас сориентирую вас по цене. Вот моего размера, да, 160 на 200, двусторонний, односторонний почти в два раза дешевле. Так, топпер 2658. Мне показалось, что это достаточно... выгодная покупка, все равно мне захотелось вот такого топпер. Я обязательно на диван, когда его присобачу, все вам покажу. Этикеточка, чехол, трикотаж, наполнитель, пена, полиуретан. Сорт изделия первый. Вот. Стирать нельзя, гладить нельзя, ничего с ним делать нельзя. Ну, наверное, только в химчистку, если такие вещи, да, сдаются, девчонки. Ну, классно, классно. В общем, будем одевать, сейчас все покажу вам. Заказала еще одну декоративную подушку. Помните, я вам показывала? У меня их сколько? 6 штук в кроватку вместо бортиков ребенку, да? И когда я пришила завязки, пришила их по бокам, спасибо вам за советы, пришила, и одной все-таки не хватает. И я подумала, что пусть будет еще одна, заказала 7-ю до комплекта. Появилась такая интересная расцветка еще с мишкой, очень красивая. Здесь принт звездочки, чехол съемный на молнии. Можно стирать. Так, где? Ой, а этот без молнии, представляете? Нет, это я слепая. Вот молния. Чехол съемный на молнии. Все отлично. Вот еще к этой подушечке завязочки пришьем, и будет красота. Мне все-таки вот 7 в круглую кроватку как раз. 324 рубля стоят эти подушки. Кто обзор не видел, я внизу ссылочку на эти обзоры про Василечек прикреплю. Так, поехали дальше. Что еще интересного заказала? Две наволочки, девчонки, на подушки свои 40 на 40. Так, наволочки, где они, дорогие? 45 на 45, декоративная наволочка Версаль, цвет черный,
150 рублей одна, я заказала две, у меня таких маленьких подушек много. Вот они, кстати, из василька. Сейчас таких, по-моему, нет, я не видела. И наволочка здесь такая мягкая. И уже они как-то, ну, некрасиво смотрятся, уже не отстирываются, потому что к ним все прилипает, поэтому решила обновить и заказала вот такие. Почему темная расцветка? У меня темный плед, поэтому решила вот такой взять. Они есть такие же в белом оттенке, с таким же рисунком, с таким же красивым принтом. Так, а как они выглядят у нас? Ой, материал такой приятный, слушайте, а что это у нас за материал? Нету. Вот. Вот как выглядят наволочки. Красивый очень принт, они на молнии. Они, мне кажется, уже прослужат долго. Это, знаете, что-то такое прям... Скатерти из такого материала бывают плотные. Видите? Прям плотный-плотный материал я очень люблю. Вот они прослужат долго. На подушечку надену, покажу, как смотрится. Готово. Очень классные наволочки, прям вообще супер. Здорово. И подушечки такие красивые. Получается стильненькие, да? Две подушки засунула. Здорово, красивый комплектик, супер. Так, поехали дальше. Дальше, девчонки, появились к дачному сезону на сайте Василек вот такие вот перчатки. Я заказала 10 пар, по-моему, они по 10 рублей. По 11 рублей получается, да, по 11 рублей, то есть 110 рублей за 10 пар. В магазинах они стоят гораздо дороже. На дачу, да, картошечку сажать. Вот такие вот черные я взяла. По-моему, там есть белые, если я не ошибаюсь, девчонки. Вот они. Они с вот такими вот штучками. Без вот таких вот штучек. Да, прорезиненные, грубо говоря. По-моему, стоит 7 рублей за пару, если я не ошибаюсь. Да, а с такими 11. Цена вопроса, ну, вообще. Они плотные. Не так себе. Они прям плотненькие. Хорошие, добротные перчатки. Налезут на любую руку. Супер, покупочкой довольно, прям плотные, добротные, всегда пригодятся. Дальше, девчонки, футболка мужская, Алекс, 58 размер взяла, 342 рубля. Симпатичные футболки мужские в новых расцветочках появились. Василёк, вообще молодцы, у них довольно часто обновляется ассортимент, что радует. Ой, какая она приятная, на вискозу похож. Жалко, нету... Материал не написан. Вот, смотрите, 58 размер... И вот как она выглядит. Очень приятная, невероятно мягенькая. Вообще класс. Супер футболочка. Сама бы такую таскала, если честно. Так, дальше. А сама я буду таскать, девчонки, футболку с авокадо. Вот такую вот прелесть. Уже все, наверное, видели. В Васильке много одежды с таким принтом. Сейчас это модно, стильно, авокадо, кактусы. А, так, футболочка женская авокадо. Где она, моя дорогая? 58 размер, тоже 199 рублей. Представляете, 199 рублей, все удовольствие. Это весь такие комплекты с шортами, штанишками. Но у меня уже этого добра полно. А вот футболочку захотелось. Вот какая симпатичная, смотрите. Цельнокройный, кстати, рукавчик. 58 размер. Сейчас мы в нее облачимся. Спасибо. Вот такая футболочка, смотрите, достаточно широкий вырез. Прикольненько. Как приспущенные плечики, да? И она длинная, она прям попу скрывает. Длинная. Сейчас мне с животиком хорошо. Потом без животика будет такая свободненькая. Рукавчик, хоть он и цельнокройный, кажется, что короткий, нет, он достаточно длинный. Я люблю, кстати, вот так вот на плечиках спущенный носить. Здорово, красиво. Можно на одно плечо. Вот такая красота. О, вот так. Супер, да? Красота. Так, поехали дальше. Футболка классная вообще. Принт набивной такой, знаете, как прорезиненный. Но, как правило, они достаточно износостойкие в Васильке. Как показывает практика, я ношу с таким принтом вещи из Василька годами. Так, дальше, девчонки. Комбез. Это детские вещички. Здесь у нас комбинезон коралловый, детский в 68 размере, 490 рублей. Он утепленный, поэтому цена такая не совсем дешевая, да? Но для такого комбинезон, конечно, дешевая. Так, давайте начнем с него. Тепленький комбинезончик. Такой же на прохладную погоду. Смотрите, какая прелесть. Милый, да? С ножками. С ножками такой яркий зайка. Очень красиво сделанный. Смотрите, заклепочки. То есть неровный такой шов. А вот так вот волной, зайка. Он очень мягкий, велюровый, да. Здесь у нас резиночка, сейчас дам котен. Это у нас Bonita Kids. Это средняя такая ценовая категория у них. Но по сравнению с магазинами не средняя, дешевая, да.
Так, цвет коралловый, состав 80 ХБ, 20 полиэстер. Классно. Ташкент производит у нас. Супер, мне нравится красивый комбез. Сзади ничего нет, вот просто такой. Достаточно тепленький, держи такой на прохладную погоду. Так, дальше бодик у нас, бодик. С длинным рукавом, 62 сантиметра размер, 245 рублей. Тоже из новиночек. Пополняется детский ассортимент, что не может не радовать Васильке. Вот такой он прелестный. Здесь тоже такая обманка, карманчик. У нас уже такой был, по-моему, тигрик, да? Мы заказывали. Это тоже Бонита Kids. Без ручек, просто рукавчик. Вот такой вот симпатичный бодик. Сзади вот так. Стильненько, прострочка. Все прекрасно. Горловина обработана, швы, как всегда. Ну, замечательно. Держите, дамочка. Дальше для вас, дама. Приготовьтесь облачаться. Леггинсы, девчонки, мы берем уже такие вторые. В прошлом заказе у нас были такие мятного цвета леггинсы. И нам они очень понравились. Мы захотели в таких ходить в школу, да, когда погода позволит. Но в школу в таких ярких нельзя, поэтому я взяла точно такие же, но синие. В синих вроде как можно. Вроде как можно. Здесь вот такой вот принт. И на второй штанине вот такой. Они такие же, только синие. Это тоже Bonita Kids, 134 ростовочка. Здесь 95 катон, 5% лайкра. Хороший состав, прекрасный, бегает на лето. И в предыдущих мятных она уже бегает, не знаю, недели две, наверное, ну хоть бы что. Все прекрасно, все замечательно. Тоненькие на лето такие леггинсы, супер. Держите, примеряйте. Показ. Еще заказала, девчонки, трусики. Чуть не забыла вам их показать. Бежевые в 58 размере. Сейчас вот на беременность ходить 70 рублей. Первый раз беру нижнее белье, кстати, Васильке себе, мужу. Ну, как бы часто беру себе первый раз. Хлопок стопроцентный. Это, во-первых, потому что, ну, желательно носить только хлопок, да? Большие специально заказала, чтобы на животик. Специальные трусы для беременных, они, мне кажется, дороже 1000 сейчас стоят. Я в первую беременность покупала. Сейчас я просто беру размер больше и радуюсь. Так, вот, да, большие такие трусики бежевые. На животик очень мягкая резиночка, очень мягкая, которая прекрасно тянется. Прекрасный дышащий материал. Вообще супер, здесь этикетка. 100% ХБ, сделано в России. Смотрите, вот, еще этикеточка наклеена. Не, замечательно, очень даже хорошо. Мне кажется, даже великовато будет. Но на животик, чтобы ничего не давило, вот сейчас доходить. Ну, прекрасно, замечательно, мне нравится. Все хорошо прошито, нигде не торчат нитки. Все прекрасненько. Выходите, пожалуйста, ваш выход, дама. Залезайте. Так, давай, залезай на диванчик. Показывай. Ну, лосины. Вот, все прекрасно, все замечательно. На тех звезды еще были, ты говоришь, нарисованы, да? Нет, не было нарисовано. Не было крестик у вас, поправьте, пожалуйста. Все хорошо, вот 134 ростовка. Мне кажется, только те 146 были. 134 тоже все прекрасно, все замечательно. Здорово, удобненько, хорошечно. Маши всем ручкой и слезай. Пока. Ну что, смотрите, топер. Я, кстати, не ошиблась. Я не знаю, как я замеряла, но вот 200 на 160 он просто идеально сел под наш размер. Да? Сзади, там, диван, я резиночки одела. Да? Спереди не смогла, потому что это диван. Мне либо их нужно подлиннее пришить, потому что видите, какой он у нас. Я попробовала подножку зацепить, да, вот эту резинку, но получается, тогда он сюда сильно съезжает. Мне либо сюда резиночку подлиннее пришить, у меня есть такая резинка, я подумала, либо, ну, просто у меня просто на резинке, да, он прижмется и так будет лежать отлично. Вот как в целом это все дело выглядит, и он невероятно мягкий. Он просто невероятно мягкий. На нем лежать, сидеть — это блаженство на самом деле. Очень мягкий, удобный. Мне кажется, теперь спать будет гораздо комфортнее и приятней. Достаточно плотный. Вообще классный. Классный топер. Вот прям рекомендую за такую цену. Мне отлично. Вообще замечательно. Обновили диванчик вот таким вот образом. Я прям рада. Мне очень понравился топер. Лосины, девчонки, 333 рубля. Да, 134 рост и 333 рубля. Ну вот и все, мои хорошие. На этом обзор будем заканчивать. Надеюсь, вам все понравилось. Пишите свои отзывы, что брали в Васильке. Ссылочки все полезные на сайт, на инстаграм Василька оставляю всегда под видео. Проходите, знакомьтесь. На каждый товар тоже, если будет в наличии, постараюсь оставить. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока.